Продолжается начатая с апреля реконструкция улицы Самойленко. Комплекс работ по благоустройству улицы включает не только высадку деревьев, но и налаживание линий уличного освещения, прокладывание нового отрезка водовода. Помимо этого, планируется установка цветочных вазонов, фонарей, покраска фасадов домов, приведение в надлежащий вид тротуаров. Проект реконструкции улицы Самойленко включает в себя довольно большой объем работ. Это касается как благоустройства, как и ремонта фасадов, ремонта кровель, канализации, кабелей электросвязи и всего-всего прочего. Это серьезный объем. Его сегодня выполняет фирма «Генеральный подрядчик», которая выиграла тендер на проведение данных видов работ. И, скажем так, работы идут. Основные работы, то, что касается скрытых работ, это инженерных сетей, они уже практически выполнены. Сегодня идет уже подготовка по ремонту и благоустройству этой улицы. То есть уже сегодня приобретаются светильники, сегодня приобретается необходимое оборудование, лавочки и так далее, зеленые насаждения. Для того, чтобы улица приобрела новое лицо, кирчанам предстоит выполнить большой объем работ. Срок сдачи улицы городским головой Олегом Осадчим поставлен на 1 июня. Сегодня он отдавал распоряжение своим заместителям. Оглядывая улицу, на которой с утра до вечера кипит работа, городской голова советовал и подсказывал ответственным за реконструкцию, как улучшить общий вид одной из центральных улиц нашего города. По словам заместителя городского головы Святослава Брусакова, все службы и предприятия, задействованные в благоустройстве улицы Самойленко, постараются сделать все возможное, чтобы закончить работы по реконструкции в положенный срок. Средства на проектирование, средства на реконструкцию идут только из городского бюджета. И эти средства достаточно серьезные. Улица будет иметь тот вид, который кирчане уже привыкли видеть там, где мы приступаем к какой-то капитальной реконструкции. Это будет достойное продолжение улицы Пирогова. Городской голова поставил задачу завершить капитальный ремонт этой улицы, реконструкцию ее к 1 июня. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. У нас для этого есть все возможности, силы. В том числе будет произведена и замена дорожного покрытия. Это тоже довольно большой кусок работ. Объем большой работ, и мы думаем, что будет все выполнено. Говорят, что о городе в первую очередь судят по состоянию дорог и улиц. Комплекс работ по ремонту и благоустройству, проводимый в нашем городе, дает возможность кирчанам по праву гордиться тем, что они живут в чистом и красивом городе, а приезжим любоваться современными улицами древнего, расцветающего новыми красками города-героя. Юлия Котлер, Никита Свиридонов, «Новости дня».